старину считалось, что именно 25 апреля медведи начинают выбираться из берлоги. Верная примета к тому, что скоро будет тепло. А синоптики, в свою очередь, обещают нам облачную с прояснениями погоду. Утром плюс 1, днем до 10 градусов тепла. Вечером, возможно, осадки плюс 7. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром без осадков 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10, но небо затянет облаками и велика вероятность осадков. Ночью 6 градусов тепла. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В столице весь день будет идти небольшой дождь. Утром плюс 5, днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.